Ну, во-первых, 5 контор. Во-вторых, этих 5 бумажек. С этими постоянными платежами. То есть получается везде комиссия. Везде проблемно. То есть везде сейчас сделали, что оставшуюся сумму падает на телефон. Это очень удобно. По-человечески это все должно платиться на одном месте. На почте или чтобы поменьше бегать. Ну, я не знаю. Мне, например, пока устраивает коммунальные. Вот взяли сейчас это, лучше сделали электроэнергию отдельно, а за капремонт отдельно. Все нормально. Или одна бумажка, или 5. Ну, что этим, что это, цена изменилась или что? Ничего не меняется. Только что бумага лишняя, и все. Я считаю, дурь. Находить постоянно, каждый раз там по-новому что-то водить. Либо я просто пришел, ввел одну определенный там номер, все, заплатил определенную сумму за один раз. Не знаю, по моему мнению, это недовольно. Ну, как для меня? Ну, вы знаете, к сожалению, я слышу это первый раз. Ничего, наверное, по этому поводу не скажу, но 5 платежек, это будет, наверное, скорее всего, неудобно.